Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я бы хотел обсудить с вами такую проблему, как насколько можно доверять показаниям бытовых нитратомеров и бытовых экотестеров, которых в последнее время можно приобрести в большом ассортименте большое количество, как отечественных, так и китайских. В свое время я приобрел отечественный экотестер торговой марки Soex. Экотестер отличается от просто нитратомера тем, что в экотестере еще функция есть, совмещает в себя функцию как нитратомера, так и дозиметра. Вот именно как дозиметр я его и приобретал. Но в принципе, как дозиметр, этот прибор меня очень хорошо устраивал. У него довольно точные показания. Это можно видеть во многих интернет-обзорах, тестировании их и так далее и тому подобное. Но вот как нитратомер у меня возникли к нему определенные вопросы к его точности. В документах, которые прилагаются, вот он сам, вот так он выглядит, этот экотестер, вот функция для дозиметра, вот щуп нитрат тестера. В инструкции, в документе, который к нему был приложен, полно сканов, копий различных сертификатов соответствия. Они будут выложены фотографиями к этому видео. В ходе видео вы можете с ними ознакомиться. Пользовался, как бы поначалу нареканий не было, но в дальнейшем меня очень удивил тот факт, что на всех абрикосах и на всех персиках появился повышенный уровень концентрации нитратов. Последней каплей это было то, что персики из моего огорода, сада, также выдали повышенную концентрацию нитратов, хотя на своем дачном участке нитратами и прочей химией я никогда не пользовался. Я начал искать в интернете, смотреть, насколько точны показания данного прибора, насколько им можно верить. Наткнулся на большое количество только рекламы. Какой-то распрекрасный прибор, как он хорошо защищает от нитратов и так далее. Но не более, только несколько обзоров было посвящены данной проблеме, и то так вскользь. Это тоже можно легко объяснить, потому что данный нитрат-тестер, экотестер стоит в районе 7000 рублей. Лабораторные, которые используются в лабораториях, сертифицированные для экспертиз и проверок, они стоят от 30000 рублей. Понятно, мало кто может позволить купить прибор и сравнить эти данные. Но так уж по счастливой случайности совпало, что я и мой прибор поучаствовали в выпуске телеканала ВГТРК «Кубань» от 16 июля 2019 года. Вышел этот выпуск вестей в 14 часов 24 минуты, если я не ошибаюсь. Сейчас я уточню точно. В 14.25. И там сюжет был посвящен качеству, оценке качества дыни. И, собственно говоря, была дыня, которую сначала мерили моим экотестером, который я представлял, и дальше ее отвезли в городскую лабораторию. Что получилось? Дальше будет сюжет этот вестей. И вы можете все увидеть сами. И подумать, нужен ли он, этот экотестер, стоит ли его покупать и доверять ему, или не стоит. Также от себя хочу сказать, еще добавить, что в принципе он улавливает только нитраты. А последнее время, последние даже десятилетия нитраты, это уже, можно так сказать, вчерашний день в сельском хозяйстве.
И помимо всего прочего, используется много других удобрений, которые также особой пользы человеку не принесут при повышенной концентрации. И помимо даже удобрений используются еще гербициды, инсектициды и прочие ядохимикаты, которые тоже этот нитрат-тестер не обнаружит. Это уже тоже нужны другие анализы. Поэтому можно, грубо говоря, отравиться продуктом, промерив его на нитраты, но тем не менее отравиться не нитратами. Поэтому стоит ли вкладывать деньги в этот прибор после всего, что вы далее увидите, решать вам. Спасибо за внимание. Теперь смотрим сюжет вестей. На Кубани поспели дыни, ароматные плоды уже на прилавках, но не все доверяют их качеству. Некоторые даже покупают приборы для измерения нитратов. Но, как оказалось, и им доверять не стоит. Анна Калачева вместе со специалистами проверила, насколько полезны и безопасны для здоровья июльские дыни. Купили дыню вот в начале-середине июля. Задаемся вопросом, насколько ее безопасно есть. Следить за своим здоровьем модно, и у каждого, кто хочет быть в тренде, есть этот аксессуар – нитратомер. Быстро покажет концентрацию опасных микроэлементов в продукте. Мы видим многократное превышение допустимой концентрации нитратов в продукте, в нашей дыне. Возникает вопрос, насколько безопасно ее употреблять в пищу. А вот насколько можно доверять пугающим показаниям этого прибора? Исследованиям на нитраты в домашних условиях мы верить не стали и решили проверить. Лаборатория на Сеном рынке Краснодара. Здесь ежедневно проверяют качество овощей и фруктов. Вот и мы с той самой дыней пришли сюда за достоверными результатами. Ароматные плоды специалисты исследуют полностью, ведь нитраты распределяются неравномерно. Самая большая концентрация вреда возле кожуры и там, где плод крепится к кусту. А еще при честном анализе важно обращать внимание на оттенки. Мы должны сделать среднюю пробу таким образом, чтобы в нарезку попали все части дыни. Вот я откладываю сегменты, которые как бы разного цвета. И аналогично поступаем с этой стороной. Из разных частей дыни специалисты готовят коктейль. Тщательно все перемешивают и отбирают 10 граммов для вытяжки. Ждут несколько минут, чтобы профессиональная техника смогла распробовать продукт. Прибор показывает 39 миллиграмм на килограмм, что в принципе соответствует норме, так как согласно Санпина норма содержания нитратов в дыне должна не превышать 90 миллиграмм на килограмм. Выходит, что бытовой нитратомер ошибся, и таких серьезных погрешностей ученые не прощают. К нам часто обращаются как бы и торгующие, и покупатели, которые тщательно следят за своим здоровьем. Для этого они все приобрели вот приборы портативные для измерения нитратов. Здесь не учитывается такой момент, что мембрана и сам электрод прибора, он ничем не обрабатывается, что, естественно, сказывается на качестве проведения исследования. Да и вообще ученые спешат успокоить потребителей. Слухи о концентрированных нитратами продуктах сильно преувеличены. В этом году в этой лаборатории еще не было зафиксировано ни одного случая превышения допустимой нормы. Анна Калачева, Юрий Мороз, Вести Кубань. И от себя еще хочу добавить поправку к видео от Вестей Кубани. Щуп перед каждым замером я всегда протираю спиртовыми салфетками.